Эстафета огня «Пламя мира» продолжает шествие по Европе. Накануне она побывала сразу в двух европейских столицах – Вене и Будапеште. Все детали пути огня вторых европейских игр в Беларуси в репортаже Андрея Козлова. На пути огня вторых европейских игр уже немало интересного. Эстафета «Пламя мира» уверенно следует по Европе в направлении родной страны. А в день Великой Победы огонь наших соревнований прибывает в австрийскую Вену. Его продолжает бережно охранять команда белорусских байкеров, которые и доставят огонь до Бреста уже в это воскресенье. Из рук Евгения Бейзека, факелоносца эстафеты, огонь принимает наша знаменитая скрипачка Юлия Лебеденко, которая выступает на самых ведущих мировых сценах. На этот раз она с удовольствием сменила свое амплуа. Очень, очень впечатляюще, если честно, потому что как бы ожидалось событие, да, но вот само это воспламенение, оно такие эмоции приносит очень яркие, и кажется, что это действительно большая честь. Честно говоря, домой мы очень хотим. Да, домой мы очень хотим, и с приближением государственной границы, ну, как-то становится, наверное, еще более ответственнее, наверное, еще более веселее как-то, да, потому что, ну, дом есть дом. На церемонии передачи факела присутствовали известные австрийские спортсмены, в том числе гимнастка Николь Руприхт, постоянно конкурентка белорусок на этапах Кубка мира. Шеф миссии команды Австрии Кристофер Зибер заверил, что в Минск сборная этой страны приедет с серьезными медальными целями. Это действительно фантастический день и великолепный момент, так я могу сказать без преувеличения. Особенно меня удивили эти крепкие ребята на байках, которые уже преодолели несколько тысяч километров. Я не только счастлив, что эстафета «Пламя мира» прошла через наш город, но и потому, что в Минске я приеду в июне в составе австрийской делегации. И сейчас мы занимаемся последними приготовлениями, ведь нас ждут ответственные соревнования. Но одна из самых масштабных акций в эстафете «Пламя мира» прошла именно в Будапеште. Вот сразу было много факелоносцев, и видно, какой ажиотаж прессы. Дальше огонь следует в Славу. А вот венгерский забег уже запомнился многим, ведь в масштабном этапе эстафеты «Пламя мира» принимали участие и спортсмены, артисты, и политики. Среди почетных факелоносцев и Николай Сигневич, нападающий сборной Беларуси, который сейчас выступает за титулованный футбольный клуб «Ференцвараш Будапешт». Никаких проблем ни со стороны там, ни клуба, ничего наоборот. Они только приветствовали, сказали, конечно. Я тоже очень рад, что пробежался. Будешь с ним дружить? Будешь? Хорошо, можешь ему пожать руку, дай ему 5. Отлично. И даже после того, как венгерский этап завершился, его участникам не хотелось расходиться. Впереди Чехия, Словакия, Польша. И дальше встреча эстафеты дома в Бресте. Андрей Козлов, Станислав Липский, Дмитрий Гаркуша. Агентство Тельновостей.